Ага, Любава, привет. А пришло время имя поменять. Псевдоним, точнее. Так, что происходит? А, что сильно обрезается? Ох, ничего себе. Как? Это же просто бонус.
Дарина, привет. Да, остров. Надо же добить его. Не знаю, успеем, нет сегодня. Она и смотрит как. Мам, привет. Не надо. Это питомец этого человечка, что ли? Ну это фея такая. Она помогает. Все улетело. Мамочка, Витя, привет. Не надо. Там же не только мама смотрит. Другие люди. И пошел этот улей. Ну тут еще много их. Да. Да-да-да. Ой. Синие тоже нельзя не кусаться. Да, нельзя, они кусаются. Видишь, она нам помогает, мы можем бежать через рот. Они нам ничего не делают. Улетела она. А, блин. Че, на бонус-то не улетел. Перескочил. А что у тебя с интернетом? А, через VPN, понятно. А чё, намного медленнее? Через VPN. А, тут это. Сгухов, добрый вечер. Как думаете, одолеем сегодня, нет его? Часа за три. Вряд ли. Так 4,5 у меня нет столько. А? Что ты спрашиваешь? Это фея. А тут ее, наверное, не будет, я не помню. Тут, видишь, зловещий лес, тут всякие пауки, вороны. Не знаю. По-моему, тут феи нет. Ай! Куда я дел? Кого? 4,5 часа?
А, гад, не успел. У меня их и не было. Победим, видишь? Ой, еще жизнь дали. Нет, это не я его высадил, я его нашел просто. О, еще одна фея. Было-было, разница между всего 1.5 часа. Вообще я хотел Bucky O'Hare что-то завести. Мы у этого, как там, Angel Undead, помнишь, тогда что-то посидели, он там говорил, там какой-то будет Коты-ниндзя, Кот Феликс, а, Rockin' Cats и Bucky O'Hare, потому что там персонаж Джинни есть, кошкоподобная девушка. И что-то я так вспомнил, точно же, есть Bucky O'Hare. Но, блин, я думаю, она длинная, капец, я ее за один раз точно не пройду. Еще вспоминать ее, там столько всего. Не знаю, почти как Battletoads, мне кажется. По сложности, по длительности. Ай, зачем я взял? Убивают, да? Да. Ну, аккуратнее.
Нет, я его не проходил ни разу, а тогда на стриме мы там сколько, до 7-1 дошли. Вот это, наверное, не, ну как, я его проходил, типа, когда-то давненько с этими сейвами. А так, чтобы даже вот так, как бы, с бесконечными контами, с пчелой, я как бы не проходил ни разу. Я про эти, про эту пчелу-то узнал только там, знаешь, это уже от Паши Киномана, не так давно, сравнительно. До этого я не знал, только сейвами пользовался. В детстве много в него играл, ну так чисто, знаешь, там всякие... Там типа, ну, может быть, до третьего мира там доходил. Тогда у меня там скилла никакого вообще не было. Ну, сейчас-то нет, как бы, не особо. Тогда еще меньше было. Я не говорю, я спрашиваю, пройдем или нет. Я спрашиваю, говорю, пройдем мы за 3 часа сегодня или нет его. Теперь ты уверенно говоришь, что да. Откуда ты знаешь? Ну вот я не уверен. Там же этот 8-й мир. Судя по тому, что там Паша вытворял. Ну так прошел, ну-ка, я прошел его за 2 часа. Это было и так уже давненько, я уже не помню, что там было. Это сейчас все равно заново вспоминать придется. Ну, да, но я не помню, как бы, видишь, все. В любом случае, там сейчас это бесконечные конты понадобятся там на 40 минут. Ну, хер его знает. Сейчас же, блин, сложность-то увеличиваться будет в какой-то там геометрической прогрессии почти. А потом, когда конты пойдут, это все там уже тушись. Когда там начнутся, блин, без оружия, прохождения всякие. Это... Часто вроде оно бежится с огоньками. Но стоит только помереть, и все приплывет. Сложные уровни в начало? Чё? Где это ты такое видел? Да как он так мимо него пролетел, обе? Да ты с ума сошел последний? Ага. Чтобы пожалеть. Поэтому там Паша Миронов так страдал. Потому что игра его жалела. А, он ее жалел. Да нет, нет. Просто потому что там сложно. В конце стрима... Не знаю. Может быть, просто видишь, как бы вроде бы продолжили бы дальше, допустим, да, просто как бы действительно времени нет, поэтому не знаю.
нету времени продолжать игру. Так бы продолжили, конечно. Может быть, и затащили. Ну, я не знаю. Как бы, блин, в один присест, по идее, надо проходить. Или это слишком такое уже пижонство какое-то, что... Понятно, ты во время игры как бы не сохраняешься, да? А вот от стрима к стриму почему бы да и не использовать? Ну не знаю, как-то... Так ведь вроде не делают. Так, продолжаем. Ну, как бы, да, да, но это же не первый раз. Я же говорю, я его проходил, конечно, это давно было. Я, блин, в принципе, и смотрел много раз. У Фокси смотрел, вот у Паши Миронова смотрел. Еще там, наверное, у кого-нибудь. Нет, ну, вроде бы все. Как бы игра-то известная. Что там на уровнях происходит, известно. Поэтому, я не знаю, это можно... Это уже можно даже и не считать форсраном каким-то. Наверное. Поэтому время как бы... Время сохранения, все, прошло. Так, что, Дарина убежала у нас, да? VPN отключила, ее, видимо, кикнуло там насовсем. А, ну, кстати, да, вот это... Ну, это потому что Дэнди, я играю, как я в детстве играл. Не как, как бы... В детстве у меня был турбокнопки на джойстике и игра в 50, поэтому я как бы... Вот, тут как бы видишь в этом дело. А сохранений на приставке не было, поэтому как бы вот тоже... И там никому не было дела, есть там у тебя времени допройти игру или нет, все, ты как бы приставку закрываешь, ой, выключаешь... ГГ. Поэтому я ж говорю, тут мы играем как в детстве играли, а не как типа там это надо, как это задумывалось. Каждый час говорила, что ты зрение посадишь. Ну, это уже перебор. Не, можно, конечно, такое тоже, да, сделать. Но это просто чисто для фана уже. Ай, ладно. Ну, кстати, я как бы не всегда же турбокнопку использую. Вот сейчас вот я по большей-то части это жму. Турбопалец использую. Не потому что не надо, чтобы он стрелял-то турбированным. В большинстве случаев мне же надо разгон держать. В других играх, да, в Бонксе в том, да, ну, Бонкс Адвенчер. Там, конечно, там без турбокнопки я бы вообще там помирал. Ух ты, там видал, что было? Открытый кубок, я не знал про него. А как так получилось? Лягушка на что-то там напрыгнула, и появился кубок странного. А
последний прыжок что-то какой-то такой оказался немножко на грани. Рисковый. Так, ну пока неплохо идем, как бы, да, вот эти первые уровни-то. Вспоминать тут особо нечего, как будто. Идем, как идется. Без смертей, нормально. А, ну вот стоило только сказать. Допрыгался. Договорился, точнее. Ладно. А где нам теперь топорики искать? Да ты чё, опять на нём? Чё-то я не это... Кнопки отпустил, он не полетел дальше. Странно очень. Ну всё, это стоило... Вот всё, одна смерть и всё, понеслось. Нахал, здорово. Опять остров, да, надо добить его, вдруг получится. Рыба. Ой, еще. Так. Ну все, это три было, по-моему, все, да? Блин, это все моргает так. Ладно, кубок не взяли, пофиг. Опять остров, да. А, я понял, крошка ушла, чтобы не видеть, как тут это. Как тут пауки погибают, или я. Чтобы смерть пауков не наблюдать, понятно. Да, без... Хотя нет, а почему он так... Блин, теперь вот... Теперь вот что, как это проходить? Я хочу топорики. А вот он. А, блин. Ладно. О, крошка, отлично, я тебя понял. А, зачем? Надо было просто бежать. Зачем я остановился, а потом опять... Ай, затупил. А, ты все послышишь, да, подслушиваешь? Я это еще вчера сказала, что вы достали. Кстати, могло бы быть так, да, могло бы быть. Про пауков тем более. Не, ну пауков я не оскорблял, как бы. Потому что так ты думаешь, а, там опять в лесу пауки будут, он от них там будет стрелять топорами.
нет, я пас. О, блин, шикарно. Ладно. Пофиг. А, я пробовал, да. Ну, я пробовал. Как он меня задел? Ну, все, начались. Так, сейчас. Вверх старт. Все. Я днем еще попробовал. Ну, короче, я настроил. У меня все, началась трансляция там ВКонтакте. Ну, я не знаю, то ли, блин... Короче, я сделал эти настройки, использовать настройки OBS. Для видео, для аудио. Я захожу, там качество просто ублюдское. Он стоит у меня авто там 240, типа этих, 240p. Я такой, ладно, типа, не понял, а какого хера? Поставил 720, и оно вообще не изменилось. Там, типа, блин, такие эти квадраты. Я не знаю, то ли это мне так кажется. Я с телефона зашел, как бы с компа посмотрел. Короче, качество там ужасное было, я не знаю, почему. И типа, ну ладно, хер с ним, забил. Потому что я говорю, я как бы в настройках-то посмотрел. Там стояло типа, ну, настройки плеера 240. Я поставил 720, оно вообще не изменилось. Я подождал, вообще не менялась картинка. И замыленная такая, ну, запикселенная такая была вся. Ужас просто. Я такой, ладно, забил. Я даже как бы игру не запускал, я чисто картинку открыл. Ну, сцену вот. Игры. И все, короче, хер его знает. Потом поставил, как бы свой кодек поставил там, да? Этот H264. 6000 и трейта ему поставил туда. Ах, блядь, надо было вперед уж тогда. Я сначала, говорю, использовал настройки, уже имеющиеся в ОБС, там же можно сделать, да? Вот, потом свой кодек там поставил. Со своим битрейтом 6000. Но, короче, ничего не поменялось, я не знаю. Да не, я его удалил. Ну, кстати, ну, можно будет, наверное, потом еще раз попробовать. Я просто посмотрел, типа, а, фигня какая-то, не получилось, наверное. Сейчас. Подожди, пока не отвлекай меня. Давай мы хотя бы это... Блин, я вот выстрелил в камень. Давай мы этот... пройдем уровень. Сейчас у нас змея будет кидаться. Да, ладно. Справились. Я только не помню, там же... Я вроде там постоянный ключ копировал. Как бы, я не знаю, будет она там сейчас, нет? Потому что я вроде сначала постоянный ключ скопировал, потом он что-то там у меня отвалился. И пришлось еще раз ключ скопировать. Ключ трансляции. Так. Ну, я не знаю, давай попробуем. Множественный вывод. Так, вот что, изменить. У меня кодировщик использовать. Разрешение использовать... Давай я просто возьму все из ОБС, пусть он как бы это... Я не знаю, вот только ключ трансляции нужен новый или нет. Не удалось подключиться. Ага. Ну, пошел я тогда в контакт, полез. Новый ключ там скопирую, наверное. Наверное, так надо. Так, а что, видео, да? Эфир, создать трансляцию. Вот через приложение постоянный ключ.
Ну-ка смотрим. Показать ключ. Да, он тот же самый. А в чем дело? Копировать. Запустите трансляцию в вашей программе. Старт. Соединение. Вещание. Во, пошло. А ключ-то тот же самый был. Ну и где? А, вот лайв идет. О, я уже оценили. А, вот нормальное качество, смотри, нормальное. А, вот лайв идет. И вам еще ссылочку надо отправить, ух ты. Крошка, а ты можешь отправить? О, Яна Новоселова, привет. Тебе что, заняться нечем, только трансляции смотреть всякие? Мне просто, чтобы ее отправить, это надо через Twitch зайти. Twitch открыть. Так, сейчас. Твой канал тут. Так. Ну, лови. Должна быть она. Так. Ну, лови. Должна быть. Вы в эфире, тыры-пыры. Привет, а тебе? Ну, ладно. Не-не-не-не-не, не уходи, нет. Можешь фоном оставить, как бы. Я просто думал, может, ты там вышиваешь опять. Так, ну вроде идет. И даже. Так, ну да, 720. Нет, я говорю, я днем проверял, там качество прям было унылое вообще. А, подожди, а мне же. А как мне теперь видеть? Мне надо в шип-чате тогда этот его еще доставить, добавить. Дэниэл, привет. А ты откуда знаешь, что разрешение не... Нет, у меня настройки с OBS были взяты тогда. Как бы на Твиче и на Ютубе-то нормально, как бы, как, ну, 720, по крайней мере. А, это ты! Понял, понял, это ты, нахал. Погоди, а как мне себя добавить в это? Тут же шип-чат умеет в этот... Он же контакт видит. Подключение. Ну-ка, добавить. Сервис. ВК Play есть? Или стриминг ВК.com? А это ВК Play или ВК.com стриминг? Это ВК Play, наверное, да? В поле канала необходимо ставить идентификатор канала. Чё? Блин, вот не хотелось, а приходится это... Стрим настроек заводить. Ну-ка. Ну-ка, применить. Ну и что-то появилось? А он, ну он как будто не подключается, да? Здорово, Серега. И все с Твича свалили. А, нет, остались. Он, ну, короче, видимо, что-то настройки-то... А может, давай стриминг ВК.com попробовать? Просто там типа идентификатор канала. Что это за идентификатор такой? Просто ссылку на свою страницу. Добавить сервис. Давай стриминг ВК.com.
Ссылку на профиль. А, вот, ссылку на профиль. А как, какая у меня хоть профиль? Так, моя страница. Ну все, Ctrl-C. Ну давай попробуем. Ctrl-V. Сохраняем. Применяем. Окей, ну что, смотрим, подключится он, нет? Так, он все обновляет, да? Так, к этим двум подключился, к ВК пока нет. Нет, да я вот тут вот в окне-то чата вижу, что он там желтенькая полосочка, он не подключился к ВК. Я не знаю, что это, ВК или, блин, это или ВК Play, или ВК.com. Техника дошла, нашим, да, питание тут передает. А ты можешь пока даже не писать, он не подключился, это, видимо, что-то другое. Просто как бы не пришлось, типа, знаешь, каждой отдельной трансляции отдельно вставлять ссылку. А если всю эту запихнуть? Блин, наверное, ну нет, это тупо. Блин, а так хорошо в остров играли, нет? Пришлось вот. Ну, давай добавим и тот, и тот. Пофиг, пусть будет как бы и ВК Плей. Сейчас с ним что-нибудь подумаем. Только я не знаю, это ВК Плей как бы или нет. ВК.com, видео, Spider-Doom. Не знаю. В поле канал необходимо вставить идентификатор канала. vkplay.live/ вот эти вот там все. Иди в видео, трансляции, иду. Так, это можно закрыть. Че, в мои видео ты имеешь в виду? А ты куда пишешь-то? Ты пиши уж тогда хотя бы, я не знаю, через Twitch. Трансляции, создать трансляцию. Так я создал. Что надо-то еще? Или там типа какой-то идентификатор будет, или что? Создать трансляцию. Ну, там окно с ключами, я знаю, но... Так, и что дальше? URL, идентификатор. А там идентификатор вообще какой-то там, я не знаю, там непонятно что. Или можно полную ссылку на трансляцию. Ну-ка, давай полную ссылку на трансляцию. Шепчат. Поле канал. Ну-ка. Сохранить. Он сохранил или нет? Применить. Ну, что-то не хочет. Не хочет он к ВК подключить.
Так, последний давай попробуем. Нет, так значит. Ладно, хорошо. Ой. Ой, это я вообще не. Ну, последняя попытка, да. Наверное, нет. Нет, не хочет. Так, ну что ж, не судьба, значит, в следующий раз. Здесь я трансляцию завершаю. Всем пока. Не получилось. А тут я сейчас это уберу. Остановить. Все, продолжаем. Да, отвлеклись, конечно, нормально так. А, блин, точно. Ну и ладно. Спасибо. Ага. Ай, блин, камушки. Черт, заново, да? Ой, Павел Миронов завел Postal 2. Ну да, я видел, что там 40 минут назад. Я-то не видел уведомления. А! Как же так? Бля, чё происходит?
Эй. Да ё-моё. Ой, прям сел на нее. Жесть. Ладно. А, уже геймовер. Все, ну все, смерти пошли. Темп потеряли, все, короче. Эх, жаль. А, блин, нифига себе, чвик. Все вылетает, я уже про них забыл, что тут эти три штуки. А там чё, блин, я там что-то пропустил. А там бонус или это? Или яичко было? А. Пропустил. Всем пока. Да ё-моё. Фу, блин, с горем пополам. О. Ух ты.
Блин, засуха, где жратва-то вся? А вот. Так, ладно, это даже без смертей получилось. Такое себе, конечно, достижение, но все-таки первого раза. Да, это была ссылка на трансляцию ВКонтакте, пробовали сейчас запустить. Ну, я что-то... ну, она как бы шла, запустилась, но я не смог шип-чат подключить, короче, к трансляции ВКонтакте. Ты не пробовала такое никогда? Там просто у шип-чата как бы есть вроде возможность, но у него есть там как бы два на выбор. Как бы сервиса VK Play и стриминг VK.com. И вот что-то у меня ни тот, ни другой не получился. Там типа вставьте идентификатор канала, типа просто ссылку на канал, либо ссылку полную на видео конкретной вот этой трансляции. Что-то у меня не получилось. Так, не так. ВКонтакте для друзей не отсвечивать. А что-то там, потому что какая-нибудь Катя, да? Большакова или как она? Как ее фамилия, я забыл. Вообще скажет тогда, ну ты чё, мать? Да, наверное, за себя, наверное, а не за нас. О, да. А, ой, хорошо. Так, а чё мы разогнались-то? За то, что с такими вот, как мы, общаются. Вот Сгухов, а, ну просто вот клевету сплошную вот несет, ведь, а, вот сочиняет всякую ерунду. На работе смотрели мои стримы, понятно. Ай-яй-яй-яй, я уже бежал, короче, и видел, что я на него сейчас сяду, но думаю, блин, нет. Не смог остановиться. А ты думаешь, они не знают? Думаешь, они там... Не попадалось им что-нибудь там где-нибудь? Хотя, наверное, тогда бы уже спросили там, да, типа, ты чё, блин, Дарина, ты чем тут занимаешься? Ты что, стримишь? Оббафуются своими стримами, а потом... Не хочу вопросов. Ну давай, уровень-то ведь не сложный. Просто паучок один там есть. А, да, блядь, блин, вот этот же тут сосулька. Ах, черт, забыл про нее. Не знаю, да ладно. А не знаю, потому что ты скрываешь или просто типа в разговоре нигде не всплывало. Маме сказал,
Она такая, ага, что это, да, и вообще похер. Черт, а в прошлый раз у меня удалось ее проскочить. Ну вот, опять ноль жизни. Начались смерти. А ты сказал, что ты на фоне всего этого с Дариной познакомился, легендой стал. Это тоже немаловажно. Так, а чё, нам топорики-то уже тут не дадут, наверное, да? Ох. Ой. Ух ты, ёпель. А на работе никто не смотрит, да? Ладно, зато сейчас с топориками пойдем. Надо с топориками проходить. И хреначить этих пауков. Тут ты знаешь, может они бы сказали, а, ну это просто возраст такой. Да ладно, за жопку. Так, это что, мы теперь без топориков будем? Или в этом яичке там они сейчас попадутся? Ну возьми уже, спасибо. Дальше бежи. Ай, все. Что-то на ходу, блин, передумал. Ты вперед бежать и. Ё-моё, блин. Или что тут бежать просто вперед? Может, я тут успею перепрыгнуть? Не тупить. А, блин, зацепился за уголок. Ё-моё. Thank you.
Бля. Да ладно, ну как же так, блин, крылышком чуть-чуть по кепке мне ударило. Вот бы тут приседать можно было. Ну что, блин, за херня? Вот бы присел сейчас и нормально. Птица. Да ёлки-палки, ты что? Блин, опять заново. Ай, стой! Ах ты, нихера себе, это что такое было сейчас? Ой. Ну вот сейчас опять без топориков. Через этих пауков. Да ладно, я не смог его перепрыгнуть. А как его проходить тогда без топоров? Куда прыгать-то? Под него или над ним? Пролетать что-то непонятно. Что-то опять не дожал, не допрыгнул. Стой! Блядь! Я лучше бы не прыгал. А, нет, все нормально. Ух, я думал, я старт нажал. Без кнопочки. Это вообще чушь. Стой, 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 стой. Как это так? Зачем я их перепрыгнул? Thank you.
пишите. Ну давай не прошляпить вот эту вот попытку. Сука. Что это было вообще такое? Да почему? Зачем затормозил-то назад? Уже бы долетел лучше бы. Ой, дурачина, блин. А чё за шутку про то, что он флаг? Процент правды. А я не слышал такое от него. Чуть в обморок не упало. От чего? От шутки от этой? Блин, ну расскажите, как я это так пропустил, я не знаю. У вас там движуха начинается после того, как я, блин, спать уйду на вид, видимо. А, ну все, ладно, тогда не надо, раз надоело. Да я потом не пере... Я, что ты думаешь, перечитываю всю вашу писанину, которая там остается? В Дискорде было уже 2 дня текстом. Так, я, ну, типа, я не встречал. Я... Ну, я все не читаю. У вас там иногда... Я говорю, там иногда заходишь, там, 25 плюс сообщений. Ты, блин, эту синюю полочку нажимаешь, 70... Там, 50 плюс сообщений. Потом 75 плюс сообщений. Потом, ой, думаешь, понятно, нахер, короче. А, ну, поэтому я как бы, что за 1% правды, я типа, ну, блин, я не слышал такое. Так а зачем ты перечитываешь-то? Ну, блин, раз тебя там в беседе как бы не было, наверное, там без тебя разобрались. Как бы, или что ты думаешь, это встретить там упоминание про тебя какое-нибудь? Вдруг там хуйню про тебя пишут какую-нибудь? Бля! Просто потому что интересно, ну ладно. И что, каждый раз интересно? Кажется, там двое-трое сидят, ну свое что-то обсуждают, ладно, вот. А ты как этот, как шпион какой-то там сидишь? Ё-моё, нет, так не, бля, так не успеть. Блин, проще умереть опять это за топориками сходить. Да блин, Сгухов, ну ты сравнил, конечно, ё-моё, ты чё? При чём тут вообще, блин, литература? Ай, не успел прыгнуть. Ладно. Ну, все застряли, короче, на этом уровне.
Ой, а что я нажал? А как его с паузы снять? Вот. Давай сходи. Может, глядишь, это там магия это опять сработает. Вот давно ее не было. Когда ты там в курить уходишь, тут это прогресс начинает вперед идти. Только ты обязательно сходи. А то ты в прошлый раз тоже сказал, что пошел, а потом не пошел. Когда я в Рокс там играл, там уровень-то этот понедельник. Так, ну давайте, паучки, блин, надоели уже. Куда, блядь? Ты дурак, что ли? Ну это вообще уже не смешно. Ну чё, проще заново сразу начать. Почему, блин, зачем я так сделал? Здесь-то как вот это проходить, я, блин, не понимаю, как это сделать-то правильно. Вот так, да? Ладно. Да! Ну давай уже пройдись. Зачем я это сделал? Надо было упасть на нижнюю. Ладно, ну все. По-моему, в прошлый раз тут таких сложностей не было. Thank you.
Вот и все, блин, почему сразу-то так не сделать? Ой, там двое человек оценили мою трансляцию ВКонтакте. Спасибо. Ой, как же так? Чё, сейчас без топоров? Чё, ты не понял? Ух ты, ладно. Сверху перепрыгивать будем. Ну, нет, не развлекало. Да, один нахал. Ой-ой-ой, сел на птичку. Чат не читает. А, это ты про меня, что ли? Так зачем мне его читать-то, блин, там сотню сообщений, не про меня, которые... Да блин, да нет, я имею в виду то, что без меня там общались на какие-то свои темы. Зачем мне туда и лезть и перечитывать это? Дай, отстань. Смотри, какой паразит, а. Ты чё пытаешься меня подловить? Блин, не получится. Да я понимаю. Ой, зачем, зачем? Чё я думал перемахну через нее. Ой, да господи, а, да что такое-то? Ну ты видел, как он прыгнул, блин? Он вообще не прыгнул даже. О! Дран тактики. Вот лучше бы топорики были, нахера мне это молоко здесь? Ох, нихера себе. Ой-ой-ой-ой. Ладно, нахер этот кувкун. Так. Ну, допустим. Блин, топоры дайте. А тут что делать? Между ними... Охереть. Вот это да.
Ё-моё, ну что это такое? Опа. Бля, молоко. Жесть, без топориков. Так, ну ладно, пошли в пятый. В принципе, можно еще, наверное, знаешь, чат ВКонтакте у этого из Donation Alerts взять. Мне кажется, тот-то нормально подключится. Правда, по чату придется выводить. Стреляй! Ах ты, говнюк. Ладно, не будем скейт брать. А нам его уже и не дадут, да? А, вот тут сейчас топорики будут, да? Так, хорошо. Ё-моё. Так, ладно, добежали. Добежали. Ай, блин, вороны. О. Ой, кошмар. Thank you.
Ой-ой-ой-ой. Как так? Так, ладно. Ой, снизу меня подковырнула собака. Ё-моё! Ладно, пофиг, умираем здесь. Все равно ноль жизни было. А, ну да, конечно. Давай, давай. Все, ладно, понял. Блин, в камушек попал, сейчас змея меня укусит там. Ёп! Ладно. Ух ты, он как прыгает еще. Не туда! Блин. Только потратил жизнь. Ладно, молоко все равно есть. О, уже. Thank you.
Да ё-моё. Что происходит вообще? Ну чё, попадёшь, нет? Ой-ой-ой, стой. Да, не попадаем в такт. Так, чекпоинт будет? Так, есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Ладно. Ну эти прыжки, конечно, рисковые. Я просто вспоминаю, что там на восьмом же такая же херня будет, да? Там еще с мышами. Наверное, не только на восьмом. Там сейчас в каждой пещере будет подобное. Ну вот нахера мне это молоко тут? Ничего нету? Ой. А, нормально, с первого раза и без топоров. Неплохо, я считаю. Неплохо. Ой. Да, ё-моё. Серьёзно?
А сейчас же там топоров не будет, там тоже будет, да? Баклажан. Ладно, проверять мы это не будем. Хотя, как бы, можно. А где теперь топоры нам искать? Блин! Так хорошо шли. Тут, наверное, топоров-то нет. Я не помню, блин, как Паша проходил. Были тут топоры или нет в итоге? Ладно, да как я его задел, блин, вообще, капец, хитбоксы какие. Я вообще, там между нами еще пропасть целая была. Ой, ну вот это плохо. Ах, замешкался там на секунду. А давай проверим, баклажан там или нет. Я не помню вот. Да. Ну, побежали с ним. Ну просто от голода сдохли. Блин, тут наверняка должно быть где-то молоко, да? Насколько я понял, вот эту всю... О! Я думал, я сначала начну и хотел разбег взять. Черт. Насколько я понимаю, берешь где-то баклажан, доходишь с ним там до двух этих делений, и где-то обязательно должно быть молоко. В вскрытом яйце или там не вскрытом. Ну... С баклажаном как-то легче проходилось. Типа бежишь, бежишь такой сам себе. Не отвлекаешься на этих, на осьминогов. Вот типа так, вообще без остановки почти. Ничего нету тут, да? Ладно. Что, нету никаких яиц, что ли? Что происходит? А, во. Как так? О, даже огоньки, нифига себе, как щедро. На шестом уровне огоньки. Бывает что? В шестом мире, точнее.
Так, еще. Ага. Ой, вороны еще, ё-моё. О, нормально. Ну, блин, последняя жизнь. Сейчас в пещере, даже с огоньками. Сейчас мы их тут и прошляпим. Эх. Ну давай аккуратно. Ух ты, какой он быстрый. Ух, чё, отпустила? А чё, чё-то съел? Или наоборот, ничего не ел? Ой, аппендицит, ой. У меня вот не было никогда. Ну я чё-то прям... Думаю, блин, не дай бог когда-нибудь. Еще если внезапно так что-нибудь представляю. Это было что ли? Нет? Нет, показалось. А, блин, она же не взведенная была. А чё я так медленно шел-то? Завтра сотать. А, у Брикмана, да? Блин, надо будет это. Ну ты там это кинешь, короче. В анонсы. Или там. Не в анонсы, это типа кого смотрите. А, так я же завтра на работу. На работу в ночь. Блять. Он быстро как-то выбегает. Ну там, значит, буду так иногда поглядывать, наверное. Что-то прям тоже интересно так стало. Какую он тактику выберет, как он будет справляться, да? Какие там у него в начале игры будут, вот это вот все. Проще, нифига, 3 дня, ё-моё. А ему кто-то помогать будет, там, в голосе, например? Первую сотую игру знаю. А рандом? Нет, но у него есть список 100 игр. И из них рандом? Или вообще из... тысячи игр рандом? Я так понял, он там тоже простых-то совсем путей не ищет. Он потому что сказал, типа, не хочет проходить слишком простые. Типа, какую-нибудь контру, наверное. Да, наверное, какую-нибудь он не будет брать. Насколько я понял. Ну, с концовками, да. Не, ну, Колян тоже были. А он же только... Он только на Твиче, да? Фокси, когда 40 игр тащил, что-то немного это в этом плане, там, что-то, не знаю,
накосячил. Какую-то игру он там взял. Но одна точно была. Он говорит, типа, вот я сейчас... А, блядь! Типа, вот эти 7 прохожу, там уровни или сколько. И, типа, вот считаем за прохождение. Немного странно вот это было. Ну, ничего, ну тоже здорово, 40 игр. Ну, прикольно, да, молодцы, наверное, но... Ну, немножко, типа, странно. Себе ли? Для себе... Как, ну, себе такое бросает, ну, как бы, для шоу это делается тоже в любом случае, как бы. Достойно? Ну, наверное. Для себя, думаешь? А, блин, я сообщение твое читал. Ах, ну так тупо отвлекся. Ну, не для популярности, а для уже как бы имеющейся аудитории, как бы ты сидит. Делаешь вот школу. Если там что-то увеличится, аудитория, ну хорошо. Он все-таки кулук или кулак? Как читается-то? Почему у него кулак на аватарке? Лук, кулюк. Ой-ой-ой-ой, надо было убивать их. Всего лишь второй чекпоинт. Я думал, уже где-то там почти 4. Это 6. 6-3, что ли? Так, берем хавку. Да ну тебя нафиг. А! Нет! Я не хотел в тебя стрелять. О, ну приятного после аппетития. Я не хотел в него стрелять. А, чё я топоры не взял? Дурак. Блять, зато этого взял. Ну это вообще дурдом, блин. Ладно. А, ну сейчас возьмем его. Уровень этот, я имею в виду.
Там главное до феечки дойти, и там нормально будет. Ой, то есть он задевает все-таки, да, камень этот? Ладно. Так. Короче, надо конт сливать. Немножко разгрузку, так может поэтому у тебя там... Кого там тебе разгружать-то? Колени. Где там феечка, воскрес? Ой, отлично. Да ё-моё, серьёзно, второй баклажан? А, ну пошёл вон. О, 5000 за него дали, прикольно. Девяносто плюс, офигеть. Я просто... 90 это ты худой, у тебя кости тяжёлые. Это адамантия. Ой, только бы не прошляпить эту огоньки. Прошлый лес вообще без этого с первого раза затащили без топориков. А тут с этими вообще тут грех помирать. Баклажан бы какой-нибудь не вытащить, нафиг не буду трогать. Thank you.
Так. Так, ну что, 7-1. У нас есть еще час, чтобы затащить игру оставшуюся. Сколько вот времени прошло? Ну, 2 часа. Минус настройки там ВКонтакте и всякого. Ну вот, считай, так же сыграли. Застряли, правда, совсем на другом уровне, не там, где хотелось бы. Какой там был? 4-3, по-моему, да? Тоже вот такая ледяная пещера. Ой, блин, нифига себе, вот это было очень близко. Блин, что там? Ладно, да какое-нибудь молоко по-любому. Что там еще может быть? У нас уже огоньки есть, все, нам больше ничего не надо. Так, погоди, что-то я аж, бля, это... Аж трясусь весь. Так, чё вы там, бла-бла-бла, ходьба, карта, понятно. Блядский ещё этот тут, всё, а как мимо него проскочить? Сильно разогнаться надо? А, четвертый, смотри, засчитали чекпоинт. Прикольно. А я ж его не пересек, и вот он только показался там справа. Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, ну я думаю, он типа считается, когда он показался в поле зрения. Не обязательно его пересекать. Блин, паучара еще. Фух, офигеть. Худым можно верить, да, все правильно. Так, что-то было же. А вот. О. Ой, да ладно, да ладно. А, ну пофиг. Сейчас заново, все равно далеко не убежали. Thank you.
Да какой нафиг, блин, скейт? Почему не феечка? Антон тренер, да? Да блин, попади. А ну тебя нахер. Так, а чё, рыба будет какая-нибудь, нет? Ладно. Ах, блин. Потерял огонёчки. О, так, чё тут? Да. Нет, улиточка, ну тварь ты такая, блин. Ты же у нас в смайликах есть, зачем ты так делаешь, падла? А! Ну вот это вообще зря было. Ладно, побежим сейчас с огоньками. Что-то далеко бежать, уровень какой-то большой, кажется. Что-то вот в этом уровне, мне кажется, блин, тут с топориками как-то поудобнее. У них траектория более понятная какая-то. Ой. Так, чё, рыба будет? Будет. А ещё? Да ладно, а это что такое? Ой, бля, не через две. Смотри, парами идут. Ух ты, блин, капец.
Попробовал добрый кола, чего-то не хватает. Ну, понятно. Вообще, самая лучшая кола, даже оригинальная, как бы, которая там была, ну, до всех этих событий. То есть, когда ты покупаешь там 2-литровую или 2,5 литра, там, блин, такая моча налита, даже если это просто кока-кола. Самая вкусная кока-кола, это, блин, чем меньше объем, тем вкуснее. Это вот в стеклянных маленьких 0,33 бутылочки, вот там самая вкусная кола. Правда, если таких набрать до объема 2-2,5 литра, то это намного больше, конечно, там по деньгам выйдет. Но да, дорого, капец, но она вкусная. Вот она реально вкусная. И она вообще отличается от той, что там в 2-литровой бутылке. Она намного вкуснее. Поэтому как-то спорить, что там вкуснее, вот... А добрый кола я вообще, я, кстати, не пробовал, ну вообще не представляю. Может быть, импортная, да. Ну, как бы и тут... Вот. А если добрый кола 2-литровый взять, там что вообще? Вообще какая-то моча налита. А! Блин, тут и этот сейчас побежит, и лягушка прыгает. Так, что ты делать? Не моча? Нормально? Пить можно, понятно. У тебя, может, от нее живот-то заболел. Крошка смеется, думает, так чё, как бы и мочу можно пить, в принципе-то. У вас там уринотерапию не практикуют? В медучреждении... О, нихера их тут! А, ну, я как бы не утверждаю, я так спрашиваю, я не знаю. Просто я говорю, даже если кола в 2-литровой бутылке, типа, там, хуже, чем что-то, да, то как бы... А ты попробуй добрый кола в маленькой баночке купить. Попробуй. Не страдаете, понятно. Молодцы. Ух ты, бля. Блин, оно тут еще моргает так, не видно нифига. Да я понял, что ты, блин, там плюешься уже, отвали, на тебе. Да, оно вроде и на 60 также моргает, просто что-то там не хватает, как-то, не знаю, райтов там. Не обижай камни. Это же камень. Блин. Так, а как? Сейчас между ними, что ли, прыгать? Это же очень сложно. Или тут где-нибудь яйцо есть? М? Ой. Ладно, побежим сначала. Сгуха в соточку будет тащить. И готово? 100-метровку побежит. Сто килограмм и 100 метров. Камушек. Thank you.
Да опять здесь, блин. Как... Пытаешься не перескочить, не перемахнуть туда, прям на огонек, на этот, на черепок. А в итоге вон что получилось. Ну, я так и знал. Так, нахал, говори. Ты что-то понял? Минуту времени давай. Блин. Миллиметр там какой-то, наверное. Так, все заткнулись, слушаем нахала. А я что, камушек задел? Как он, нахера он в меня плюнул? Где я камушек-то задел? Нужен тест. Так, да... А, я думал, ты что-то написать хочешь. Интересно. А, ты трансляцию там тестируешь? А почему я не разбежался? Ай, мыши. Блядские мыши. Поторопил. О, геймовер. Да как ты меня задела, тварь, блин. Обычно перепрыгивал же. Ну вот сейчас опять, блин, без одной жизни уже. Не понимаешь ваших... А чё? У тебя не получилось? Или ты просто забила болт? У тебя хоть получилось открыть его? Так, эта змеюка там теперь плеваться будет. А, блин, а вот про этих-то я и забыл. Запись открыла только. А вон у Сгухова получил. Я так про ворон-то забыл.
проворонил ворон. Ну давай, да, по-нормальному. Бля, птицы! Так, тише, стоим. Ну надо же, откуда она тут взялась, подлюка? По овечьему чату букан... Хорошо, спасибо большое. А, чат странный. А как мне сейчас этих птиц перепрыгивать? А, типа просто вот так? О-о-о. Не, так не пол... Или, блин, надо было как-то... Ладно, все равно. Он-то вот. Да опять же птицы, да ё-моё. Странно, потому что ВК не пред... Да, наверное. Так, птицы. Опять она плюется. Я, так я же не задевал. Камень. Не обижал, как говорит кровь. Все, приплыли, блин. Ну, это проще сразу сливать. Попробуем, конечно, между ними там прыгать, но... Я просто не очень-то вижу, блин, где они там моргают все. Сразу понятно было. Ой. У меня же есть топоры. Нахера я туда прыгаю, блин, если можно с платформы их расстрелять? Нафига туда прыгать-то, блин? Дурость какая-то. Занимаюсь какой-то ерундой. А,
А, ну вот сейчас вот я... Блядь, птицы. Как, блин, тут запомнить-то их, а? Так. Ай-яй-яй. Вот тут я поспешил. Да. Да как и везде, собственно. Ну чё ты там, выпрыгнешь, нет? Ух ты, как высоко.
Время! Ой-ой-ой-ой-ой, вот это было как опасненько. Блин, ай, камень задел. Ну все, бежим без топоров. Нет, это я так не хотел. Ай, чуть-чуть надо было раньше. Да ё-моё, нихера себе, блин. Очень странно, а чё вот он не отпрыгнул туда, например, да? Пиздел. Нет, нет, совсем не то. Thank you.
Как-то я нелепо на эту прыгалку скачил. Что здесь? Спасибо. Ой, гад, как он так? Как его перепрыгивать надо было? Ой, ой-ой-ой, зачем я тут-то перепрыгнул? О, ну, блин, как тут перепрыгивать-то? Опять последнее. Нет. Альфа-Джан, здорово. Ты вовремя, конечно. Ой, попрощал. Или там на Ютубе больше нету, да? После этого не было сообщений. Ну, это вообще кошмар какой-то.
Так она все попрощалась уж. А что, в Вандербой не играешь? Чего? А что это такое? Да как тут пройти мимо этого паука, я не понимаю. Перепрыгивать сверху его или снизу, я не понимаю, блин. Все, я на нем остановился. Это что такое вообще? Да как, блин, тут пропрыгивать? Что за чушь? Ой. Ну все, застряли здесь. 7-4, потолок. Что происходит-то, блин? Козёл. Он на нулевой жизни эту тащит. Ну, тут заново сейчас. Ну, пусть так.
Ой. Падла. Правильно. Ой-ой-ой-ой. Да что? Ну как тут делать? Я не понимаю, блин, он слишком низко. А этот высоко прыгает, блин, что тут нужно сделать?
Ой, я даже прыжок не нажал. О, так, ладно, давай, последний раз. Последний конт и нафиг, короче. Так, нет, это не считается. Ну, ёлки, здесь-то почему? Да ну невозможно. Ну что ж, ладно, не получилось. В следующий раз как-нибудь. Ладно, всем пока. Спасибо, что смотрели. Эх, жаль, конечно.